В микрорайоне Волгарь проживает около 30 тысяч самарцев, поэтому вместе с жилой застройкой необходимо развивать и инфраструктуру. Раньше в жилом массиве не хватало медицинских учреждений, но уже в следующем году ситуация кардинально изменится. В Волгаре достраивают поликлинику, рассчитанную как минимум на 700 посещений в смену. При работе уже с бюджетом, который нам внесли, мы смотрим на, в первую очередь, на эти объекты, обеспечены ли они средствами, которые необходимы для завершения. И мы понимаем, что этот объект, который будет служить долгие годы, рассчитан не только на 30 тысяч проживающих, которые сегодня уже вмещаются в микрорайон, но и до 100 тысяч рассчитан. Сейчас жители Волгаря обращаются за медпомощью в разные лечебные учреждения. Но с открытием поликлиники все специалисты сосредоточатся в одном месте. Появится отделение как для взрослых, так и для детей. Особое внимание в новом здании уделят отделению реабилитации. Важно не только человек вылечить, да, но еще и реабилитировать, вернуть его в строй, чтобы он забыл про то, что он болел. Да, вот это очень важно. И здесь это предусмотрено. Здесь уже запланировано целое отделение реабилитации и для взрослых, и для детей. Готовность объекта сейчас оценивают в 60%. Уже к концу следующего года лечебное учреждение будет готово принять первых пациентов. Михаил Ермоленко, Сергей Баскин. События.